Ребята, я в шоке. Сижу себе, никого не трогаю, монтирую спокойно видео в ТикТок, и тут Яна вызывает меня на баттл. Я не понимаю, соглашаться мне или нет, давайте вместе решим. Если честно, я никогда не участвовала в подобных баттлах, поэтому я немного переживаю. Конечно же... Но я не могу проиграть, поэтому, ребята, погнали. Так, 1 сантиметр, это примерно вот столько. Сказать, что я в шоке, это просто ничего не сказать. Первое задание от Яны – это отрезать 1 сантиметр волос по всей длине. Не просто одну прядочку, а по всей длине. Я отращиваю свои волосы, поэтому это задание просто ужасное. Юль, ну честно, зря ты согласилась, потому что баттл будет жестким. Но первое задание я дам тебе такое вот лайтовенькое. Отрежь -1 сантиметр волос. То еще сольешься, не дай бог. Давай, я жду. Я знаю, что у тебя там съемки, волосы для тебя важны, поэтому... Я разберусь. Юля, я вызываю тебя на баттл. Решим, кто из нас крутой блогер. Что? Вы видели ее задание? Я сейчас в центре, у меня через полчаса встреча. В смысле мешок с углем голову туда засунуть? Юля, хорош. Кошмар какой! Друзья, просто посмотрите на мои волосы. Я не знаю, как это все ровно сделать. И мне кажется, что я даже отрезала больше 1 сантиметра. Яна, твое следующее задание будет просто. Я очень злая, и твое первое задание — это опустить голову в мешок с углем. Давай, дорогая моя, я очень хочу на это посмотреть. И что вы думаете? Все макароны у меня в умывальнике. Сварила себе макароны, думала, сделаю пасту, и нужно было слить воду. Я, конечно же, не взяла специальную кастрюльку, чтобы вылилась вся вода, и макароны остались в ней. Я решила просто прикрыть крышечкой и вот так вот вылить. Мне просто кажется, что я в батлах какой-то козел отпущения, реально. Я даю нормальные задания, мне дают просто то, что, ну, вот реально почти невозможно выполнить. Потому что я сейчас занята, у меня вообще другие дела были. Мне сейчас ехать какой-то уголь, покупать иголку туда засовывать. Как я потом себя чувствовать буду? Что это? Ребята, я себе отрезала немножечко волосы. Если вы хотите посмотреть на результаты, как я это все делала, то тогда переходите на мой инстаграм. Если что, я вас не обманываю, там правда все будет в сторис. И страничка у меня не закрытая. Ребята, пока Яна выполняет свое задание уже очень долго, а я вообще-то хочу уже поскорее бы на это все посмотреть, давайте придумаем ей еще одно. Очень жесткое. Пишите сюда. Давай. Я не знаю, как я потом это отмою. Давай. Победа или ничего? Не дышать? Да, не дышать. Она реально это делает? Яна, ты просто больная. Все. Ты просто больная. Это было жестко, это очень. Ой, ты такая смешная сейчас. Вообще, ты бы просто себе видела. Боже, что не сделаешь просто ради батла? Это трэш, это ужасно вообще. Как ощущения? Короче, я злая, а значит, сейчас будет задание от моего подписчика. Прямо сейчас порежь футболку, которая на тебе надета. Я знаю, что она очень дорогая, поэтому давай, дорогая, режь. Причем так, чтобы ты просто ее носить больше не смогла. Боже мой, почему я на это согласилась? Мама, я не хочу Хочешь? Быть блогером. Ты чем плачешь? Давай. Я не знаю, как я потом это отмою. Давай. Ладно, ты просто больная. Едем домой, буду умываться, но это очень жестко. Вообще, я представляю, как я сейчас выгляжу. О, боже, ну что за задание просто? Юля, держись. Я сейчас умоюсь, я тебя такое загадаю. Боже мой, почему я на это согласилась? Боже мой, как стрёмно, почему именно я? Мама, я не хочу Хочешь? Быть блогером. Когда ты будешь это делать, не дыши, хорошо? Ты чем плачешь? Второе задание от Яны — это порезать футболку, в которой я прямо сейчас.
то тебе мои волосы не устраивают, то футболка. Я очень сильно люблю все свои вещи, и для меня это очень неприятное задание сейчас их рвать, резать и тому подобное, поэтому я не пожалею за это. Окей, так уж и быть. Погнали. В общем, я решила не резать, а просто ее уже разорвать. Не знаю, честно, я, короче, наверное, буду проигрывать, потому что просто это трэш. Выполнить такое, это неизвестно, чем оно может закончиться, реально. Что меня потом в тюрьму еще посадили за это. Яна, твое следующее задание, это, кстати, от моей подписчицы, взорвать. Ребят, ну, конечно, я не больная на голову, чтобы брать в полицейскую тачку китать петарду. Но, по-моему, я красиво это обыграла. Согласны со мной? А теперь, Юля, лови последнее задание. Позвони в доставку еды и попроси, чтобы они послушали, как ты поешь. Соберись, давай, ты сможешь. Раз. Я знал, что это так далеко зайдет. Боже, боже, мне так страшно, я не могу. Все, ну раз, что? Два, три. Погнали. Короче, вот мы нашли полицейскую тачку. Нет, они просто сзади нас. Капец, я вообще, я так, у меня руки трусятся. Ты готова? Засними, как у меня трусятся руки. Ребята, напоминаю, что у меня с моими друзьями-блогерами проходит крутой розыгрыш этого лета. Если вы хотите выиграть Мерседес, то тогда просто подписывайтесь на мои подписки и пролайкайте каждого. Ребята, сразу извиняюсь за качество видео, потому что я снимаю на старый iPad. В общем, третье задание от Яны — это позвонить в любую доставку еды и спеть им песню. Итак, песню я уже нашла, теперь я звоню. Здравствуйте, а у вас сейчас много заказов? На доставку? Да. Да. Ну или вообще вам... У меня один мод от меня. То есть у вас сейчас 30 секунд не будет меня послушать? Можно я вам скажу, пожалуйста, мне просто некому спеть, и я очень хочу, чтобы вы меня послушали. Это не розыгрыш, это честно, правда, 30 секунд, и вы можете сразу скинуть, я вас умоляю. А что можно делать? Просто послушай меня, даже не отвечай, я просто спою, и все, меня скинут. Спасибо большое, боже! Все, я включаю песню. Как дальше все пошло, поболело. Как дальше все пошло, поболело и прошло. Кто расскажет о любви, которой прячется тепло, где обиды, а где вот, все пойдет, все вот. Ладно, спасибо вам большое, очень приятно, что вы меня послушали, до свидания. Пожалуйста. Ребята, мне очень было некомфортно, я прям не могла нормально спеть. В общем, я выполнила свое задание, это было очень смешно и очень прикольно. Добрые люди есть еще. Все. Слава Богу, что еще есть люди добрые. Все, хорошего у меня. Все, до свидания. До свидания. Пакет с продуктами. Здесь все новенькое, возьмите, не переживайте. Великое спасибо. Я хочу больше. Да не за что вам. Не за что. Я надеюсь, вам понравится. Там все самое вкусненькое. Ребята, ну вот наш батл и закончился. Я думаю, победила дружба. Но на самом деле Яна победила. Да. Я так считаю. Да. Ну или я, голосуйте за меня, конечно. Короче, мы с Юлей хотим разыграть пакет косметики. Правила очень простые. Просто нужно подписаться на меня и на Юлю и нажать здесь плюсик. И все, завтра рандомно мы выбираем победителя. Если ты с Киева, мы передадим тебе лично. Если просто с другого города, тогда по почте. Так, и смотри, что мы подготовили. Короче, здесь сладости, куча косметики. Вот такой вот бокс с карандашами. Всякие масочки. Масочки, короче, шампуничка. Тут еще много чего. Вот так вот. Так что давай, подписочка. Обязательно нажимай плюсик и завтра.
она, возможно, улетит к тебе. Пока у меня в квартире происходит дурдом и бардак, я хотела с вами поделиться своими эмоциями. Честно, это один из самых лучших батлов. Боже мой, эта бабулечка в конце, как она мне подняла настроение. Я только к ней подошла, у нее сразу наполнились глаза слезы. Просто иногда, знаете, в этой суматохе жизни ты не можешь поверить, что человек может обрадоваться пакету с продуктами. Ты как бы это уже, ну, не ценишь продукты и продукты, а человек так рад этому. Посмотрите, какие в Киеве уже желтые листочки. Я уже так жду осень, капец. Красота. Ну что ж, всем приветики. И сегодня, и сейчас у меня есть свободная минуточка, чтобы ответить вам на ваши вопросики. Верно подметили, я без макияжа. Боже, испугаться можно. Маникюр мой не поменялся. Вот, синий. Не знаю, какой сделать следующий. В общем, хочу сказать, что моя стрижка и каре — это, конечно, хороший эксперимент, но мне больше нравятся длинные волосы, так что буду отращивать. К сожалению, я не нашла блокнот, который мне был по душе, в размере А4, но если вы хотите, могу сейчас показать, что я накупила в канцтоварах, для того, потому что я начинаю учиться с сентября. Буду сразу их крепить и писать домашнее задание. Потом нашла просто обыкновенную тетрадь в размере А4. Хотела розовую, розовой не было, как обычно, западло. Потом купила вот такую папку. Большинство ответов да, и буду вам показывать. Этот блокнот вы уже давно видели. Я, короче, купила вот такую классную розовую штучку. Зачем? А, это пакет. Вот, тут, получается, буду давать листики А4. Круто же? А еще есть такая штука. Вот, сюда я чаще всего деньги кладу. Так что не красть у меня этот блокнот, понятно? Очень красиво. Цвет просто сочетается, да? Вот, не знаю для чего, просто чтобы было. И купила ручки. Ручки из школьных времен. Сейчас покажу. Тут есть, короче, такие отделения. Вы сможете их в любое время поменять. Но он прям очень красивый. И тут есть еще такие отделения для ручки и закладка. Так, достаем ручки. Пожалуйста. Вот есть олды, которые знают, что это за ручка? Это какая-то гелевая, это модная. А вот эту я просто обожала в детстве. Просто моя ручка must have. Ну, она у меня постоянно в рюкзаке. Вот, просто топчик. Она мне очень нравится. Вот, а этот блокнот вы наверняка уже видели. Я везде его таскаю. Мне сильно нравится, вот. Очки ношу частенько, когда вожу машину, когда в кинотеатре что-то не вижу. И когда они мне надоедают, я просто надеваю линзы. Написано шляпка там. И прошло, то расскажет о любви, в которой прячется тепло, где обиды, а где боль, все пройдет само собой. Как вам нравится?